Здравствуйте, дорогие друзья! На связи с вами снова Сергей Куликов, он же Моряк. И если вы смотрите это видео, то значит вы на моем судне, я вас приветствую. Сегодня у нас долгожданный выпуск, а именно подошел к концу очередной месяц. На этот раз это был месяц октябрь. И у нас сегодня три лучших комментатора на ютубе. Итак, время как обычно не тянем, переходим и смотрим, кому же удача улыбнулась на этот раз. Итак, друзья, давайте посмотрим, кому же удача улыбнулась в этот раз и кто у нас занял призовые места. Итак, место номер один, место номер три, комментарий, который мне понравился, такой прикольный коммент, написал, кстати, должен сказать, что в этом месяце, как никогда, было много таких интересных, прикольных комментариев, давно такого не было, то есть я реально сидел и выбирал. Итак, давайте продолжим, и что-то я отвлекся. Место номер три – это матрос под ником Сергей Павлинов. Сергей Павлинов и его комментарий к недавнему обзору колоды NOG Originals. Итак, что же у нас получит Сергей за свое красноречие? А Сергей из колоды морячка получает, из сундучка морячка, получит хорошую колоду, очень известную, очень популярную и завоевавшую любовь всех кардистов, это Bicycle стандарт в синем цвете. Ну что ж, продолжаем. Итак, место номер два, тоже прикольный коммент, который был написан матросом под ником Роман Мальцев. Роман Мальцев и его комментарий к недавнему моему обзорчику на колоду Bicycle Stargazer. Итак, что же получает Роман? А Роман, конечно же, получает хорошие карты. Эти карты называются Bicycle Eco Edition, и они отправляются прямиком к Роману. То есть вот такие прикольные картишки достаются Роману Мальцеву. Ну что ж, друзья, и вот наш главный финалист, место номер один, очень классный комментарий, за что этому человеку огромный респект и уважуха, написал матрос под ником Виктор Лебедь. Виктор Лебедь и его коммент к моему видосику «Три фокуса для влюбления от девушек». Итак, что же получает Виктор Лебедь? Виктор Лебедь за такой классный коммент получает не менее классную колоду Bicycle Civil War, Bicycle Гражданская война. Она посвящена гражданской войне в Соединенных Штатах между союзниками и конфедератами, да? Ну, если правильно помню название этих противоборствующих сторон. Итак, дорогие друзья, вот они наши финалисты. Сергей Павлинов, Роман Мальцев и Виктор Лебедь. Уважаемые победители, пишите мне в личку в Ютубе ваши координаты, и карты отправятся к вам в ближайшее время. Ну что ж, тем, кто не выиграл, не расстраивайтесь, друзья. Месяц ноябрь в вашем распоряжении. Я призываю вас активно действовать, писать комментарии. И пусть боги моря и небес, как прежде, вас хранят. И удача улыбается вам, как и прежде.